Я определяю этот объект как смотровая яма для боевой техники. Да большой. Скорее всего, для танков. Вот в центре этот объект. Вот там для большей контрастности велосипед стоит на одном, на одной стороне этого объекта. Сориентируемся, где мы находимся. За спиной, вот как сейчас мы находимся, здесь стоим. Но и с лагерь. Но прежде будет хранилище ракетного топлива. Вот так прямо, как бы по направлению этого объекта, чуть правее, на Ютербок 2. И мы так выйдем на водонапорную башню, на стадион, на верхний парк боевой техники. March 26, 2024. Быть может, это не смотровая яма, но очень уж похоже. Может, какое-то упражнение тут было, отрабатывалось танкистами. Да, вон с той стороны там ступеньки, мы туда выйдем. Вот мы зашли на бетонное основание здесь. Тут армировано рельсами. Тут, конечно, уже и деревья выросли. До окрестности вот здесь нету растений больших, нет деревьев. Повторяю еще, вот так прямо, там уже Ютербок 2. За спиной теперь у нас этот объект. И вот так там находится вышка на танковой директрисе. На трехярусной. Там мы бывали неоднократно. Может, вот даже сейчас туда съездим. Пасмурно. Солнце где-то там далеко в дымке. Мы сегодня пару-тройку видео уже сделали. Хорошая была солнечная погода. Мы были на территории артбригады и других частей. Это было до обеденное время. Сейчас вот 4 часа, 16 часов. Солнце в дымке. Вот это, да, ступеньки вот здесь. Вот для ступеньки мы сейчас туда попытаемся даже немного зайти. Вот мы заходим вниз сюда. Вот и зашли. Ну, танкисты вспомнят. Я так думаю, как раз танкисты войсковой части. А тут видно, это ограждение было или что уже. Арматура. Это палец, что ли? Шаровый какой-то. Может, арматура была, да. Это. Много чего тут бетонировалось. Да и вот она тоже. Такая железка. Да, очень даже может быть, что это танкисты войсковой части 60-883 здесь отрабатывали навыки. Навыки вождения боевых машин.
Да, вот так пойдем, мы выйдем на Нойс-лагерь. На основное КПП. Ну, минуя хранилище ракетного топлива. Пост номер 5. Нойс-лагерь. Все, посмотрели. Вроде бы смотреть нечего. Минуты, наверное, минут 5 походили. Кто-то вспомнит, я надеюсь. Ну, не вспомнит. Вот еще какие-то железки. Это все здесь в округе. Скорее всего, это сиденье. Элементы сиденья. Обошли, посмотрели и завершаем. Да, подъедем к вышке, которую я уже сказал. Здесь сколько будет? Ну, километра полтора, может. Да. Той вышки, к которой мы сейчас поедем. У танковой директрисы. Близ Ютербок. До свидания.